Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Проверять состояние дорог и автобусов теперь будут и прокуроры. В Караганду приехали французские казахи. Жительница Сарани Анастасия Ершова пытается вернуть свою квартиру. По словам женщины, специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства воспользовались трудной ситуацией, которая произошла в ее семье в 2000 году. После пожара акимат выселил погорельцев на время, однако назад жильцы уже не вернулись. В ситуации разбирался наш корреспондент Аймамрина. Вот здесь находится моя квартира, ну вот я раньше здесь жила, но акимат ее отобрал, теперь я не могу ее попасть, потому что здесь находится электрощитовая и КСК. Анастасия Ершова – наследница квартиры по адресу Джамбула 81-41. Уже 15 лет борется за свое жилье. Раньше пороги акимата и суда вместе с ней обивали ее родители. Не добившись результатов, живя в съемной квартире, они так и ушли из жизни. По словам Насти, после пожара в 2000 году им выделили другую квартиру. Тогда семья была рада и такой полуразрушенной лачуге. Даже сделали ремонт. Но их счастье было недолгим. И дали родителям взамен квартиру, но разбитую, там невозможно было проживать в этой квартире. И денег не было восстанавливать ту, и там тоже нужно было делать ремонт. Но зачем делать, если можно в своей собственности? Акимат завладел этой квартирой незаконно, хотя на ту, которую дали ордер, ничего не дали. Спустя 2 месяца они узнали, что это жилье имеет другого собственника. С тех пор семья Ершовых не раз обращалась в акимат, но безрезультатно. Сейчас в эту квартиру поместили КСК. Мало того, работники отдела жилищно-коммунального хозяйства подали иск на лишение прав собственности Ершовой. Но суд чиновникам в этом отказал. Тяжбы по квартире продолжаются с 2007 года. По словам Анастасии, предыдущий аким города Сергей Касимов на одном из личных приемов дал поручение вернуть жилье этой семье. Но руководство меняется, а ВОЗ и ныне там. Подавали иск, что лишит меня права собственности, но судья им отказал. Это еще тогда, когда с отцом. Вот. А сейчас они повторно хотят лишить права собственности, подали иск. Я хочу, чтобы мне отдали мою квартиру, потому что мы нуждаемся в этой собственности, чтобы мы могли в ней жить. В акимате Сарани считают, раз семья на протяжении 10 лет не ухаживала за квартирой и не оплачивала никакие услуги, то и прав на нее не имеет. Но как девушка должна была следить за квартирой, когда к ней ее даже не подпускали, остается вопросом. Ведь сам акимат туда поместил электросчетчики и КСК. Вы забываете, что в 90-х годах что появилось с квартирами? То есть, по вашему мнению, мы должны были, извиняюсь за такое выражение, просто не обращать внимания, что половина нашего поселка, половина нашего города стояли квартиры брошенные. И мы должны были ждать лет 10-20, пока объявится вот, господа Ершова с ее родителями. Как государственное учреждение могло распоряжаться чужим имуществом, да еще и вселять туда новых жильцов? Знают ли об этом надзорные органы? Ведь их задача – быть на страже закона. Лишение прав на собственность при живых наследниках – прямое нарушение конституционных прав человека, считают потерпевшие. Поэтому тяжбы Анастасии Ершовой за свои квадратные метры можно понять. Аймамрина, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Проверять состояние дорог и автобусов теперь будут и прокуроры. На это надзорные органы пошли из-за частых жалоб карагандинцев. И, как видно, не зря. За последние несколько недель правоохранительные органы выявили 48 нарушителей пассажирских перевозок. Это водители автобусов, маршруток и их автопарки. Такое заявление сделали сотрудники городской прокуратуры на брифинге с представителями средств массовой информации. О злостных нарушениях расскажет наш корреспондент. За несколько недель, стоя на страже дорог, сотрудники патрульно-постовых служб совместно с работниками прокуратуры выявили 48 нарушений правил движения именно водителями общественного транспорта. Среди них 18 случаев превышения скорости, один факт управления неисправным автобусом. Также у некоторых отсутствовали свидетельства на право обслуживания данных маршрутов. Но самый вопиющий случай и вовсе поверг всех в шок. Пассажирским городским автобусом управлял водитель, который находился под действием наркотика. Его лишили прав. Основное количество пришлось на перевозчиков таксокомбината, организации «Рейс» и «Экспресс ИК».
грубо нарушают все возможные правила дорожного движения, то есть выезд на встречную полосу. Также бывают факты, когда они при высадке пассажиров, то есть несмотря на то, что пассажир вышел и не вышел, начинают движение, такие факты тоже имеются. Также в ходе рейда было выявлено 15 нарушений закона об экологии. Автобусы и маршрутки чадят выхлопными газами, как паровозы, загрязняя воздух в городе. Вот этому водителю 23-го маршрута не повезло. Придется платить штраф около 4000 тенге из своего кармана. Да я сам удивлен. Двигатель после капитального ремонта. По словам органов прокуратуры, усилить контроль за качеством пассажирских перевозок они решили не случайно. Поступали жалобы от жителей. Поэтому с вопросом, как можно решить эту проблему и воздействовать на водителей, мы обратились именно к ним. Зависит от человека, от водителя, насколько он грамотный, насколько он вообще как человек. Он должен вообще видеть, даже не надо ему подсказывать, он должен сам видеть. Пока не оштрафуешь, пока со своего кармана не положит, потом уже перестанет. Взяли бы, снизили им план, тогда бы они в догонялки не играли. Квалифицированных шоферов нанимать, наверное. Так не знаю. Им, мне кажется, им вообще все равно. Они как нарушали, так и будут нарушать. Проверка продолжается. Надзорные органы обращаются к жителям города с просьбой не быть равнодушными и сообщать обо всем в прокуратуру по телефону 41-20-21. Снимайте хамов и нарушителей на видео. Страна должна знать своих антигероев. Электронный адрес на экране. Айым Амрина, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Актугайский район после наводнения приводит в порядок. Сегодня первый заместитель акима области Асылбек Дюйсебаев посетил жителей поселков с рабочим визитом. Первыми его объектами стали компания «Алтын Алмаз» и дома, наиболее нуждающиеся в ремонте. Все подробности далее. Асылбек Дюйсебаев побывал на руднике по производству золота «Алтын-Алмаз». Ознакомился с производством, посетил карьер и увидел отлаженный автоматизированный механизм компании, которая в среднем приносит немалый доход государству. Здесь трудятся более 200 работников, а также подрядчики. И с декабря месяца мы приступили уже к производству, именно как золотодобывающее предприятие. Этап строительства был полностью закончен, и вот мы с тех пор наращиваем мощности, выходим на плановые показатели. Следующим объектом, который посетил высокопоставленный чиновник, стал тепличный комплекс по выращиванию огурцов. Несколько наиболее известных сортов, как кураж, дерби, шаш, отсюда будут попадать напрямую на прилавки торговых точек. К тому же активный предприниматель планирует начать стройку подземного тепличного помещения. В котельной два котла. Поэтому топимся и можем, в принципе, выращивать в зимний период. Да, есть задумки, как бы будем расширяться, увеличивать площадь, дополнительно будем строиться. Налаженное производство помогает сельчанам пережить потоп. В ходе своего визита Асылбек Дюйсебаев посетил и местных жителей. Он взял на личный контроль все жалобы и обращения граждан по поводу ремонта домов. Без внимания не остались и местные социальные объекты, в том числе и спортивная школа. Мы сегодня приехали, чтобы подвести итоги работы в этом регионе за последние 4 месяца. Всем известно, что в этом районе есть ряд проблем, решение которых нужно начинать уже сейчас. Все предложения граждан были выслушаны, и в скором времени по каждому из них будут предприняты конкретные действия. Судя по отчету акима Актугайского района, в целом социально-экономическое состояние этой местности стабильное. Для жителей было построено доступное жилье. Есть небольшие проблемы с питьевой водой в отдаленных селах, но и их до сентября текущего года должна решить программа «Акбулак». Айым Амрина, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин». Морозостойкий, надежный, прочный.
Продолжаем выпуск. Несанкционированные стройки или как можно найти консенсус между предпринимателями и администрацией. Проблемы жителей по улице Ленина разрешились к всеобщему удовлетворению. Возмущение жителей домов 1 и 3 по улице Ленина длились несколько лет. Все из-за того, что вместо обещанного властями сквера новый собственник земли стал строить здание. Исполнительные органы опротестовали эту инициативу, вступили в диалог с застройщиком. Все-таки это старейшая часть города, и хотелось бы ее сохранить в неприкосновенности для будущих поколений. Сегодня достигнуты договоренности о передаче участка в коммунальную собственность. Радмир Тен, собственник участка, принял сторону действующей власти. Я начинал судиться с прежней властью, и то я начал судиться просто из-за того, что я для них как будто бы вообще был никто. Вот. Со мной вообще никто не разговаривал, просто приезжали, направляли сюда. Точно так же телевидение, там как-то мы ругались тут, скандалили. Но с нынешней властью я один раз, может быть, понервничал. С общего согласия стройка приостановлена. Жители счастливы, конфликт исчерпан. Хотя мало кто верил, что все так случится. Как подчеркнул первый заместитель акима области Асылбек Дусибаев, власть прислушалась к гражданам и приложила усилия для разрешения данной ситуации. Устраивает вас? Вполне устраивает нас. Мы очень благодарны вам за это. Очень благодарны. До 20 числа демонтаж будет произведен. И благоустройство в течение, так скажем, 2 месяцев, но им постараемся раньше. Спасибо большое. По крайней мере, спасибо, что нас услышали. Да. Мы года 2 боролись за этот участок против этой стройки. Работы по благоустройству Караганды продолжаются. В рамках меморандума с Эрк-Кимек началось благоустройство сквера за мемориалом «Вечный огонь». Заказчиком является управление парками. Стоимость строительства около 93 миллионов тенге. Первый заместитель акима области Асылбек Дусибаев и градоначальник Нурлан Аубакиров ознакомились с ходом работ. Много лет эта территория оставалась без должного ухода, но нынешним летом здесь коренным образом преобразится все. Появятся удобные дорожки, игровые площадки для детей, спортивный городок, скамейки, урны, современные светодиодные фонари. Бюджетные средства на благоустройство затрачены не будут. Аким Караганды Нурлан Аубакиров детально ознакомил с планами и показал ключевые точки приложения сил, которые вдохнут новое дыхание в старый парк. Жители бульвара Мира, улиц Ерубаева, Алиханова, Гоголя и других смогут гулять здесь, проводить вечерний досуг, заниматься физкультурой, бегом. Работы планируется закончить уже к концу июля. Сергей Высокозов, Олжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 28 тонн мяса птицы и 7 тысяч молочных изделий вернули производителям, так как качество этих товаров не соответствовали допустимым нормам. Санитарные врачи за последние 3 месяца провели немало экспертиз и нашли ряд нарушений и в других продовольственных товарах. Если в одних состав, написанный на этикетках, не соответствовал содержимому, то другие изделия и вовсе не имели маркировки на государственном языке. Все это стало известно в ходе специального брифинга. За 3 месяца сотрудники Департамента по защите прав потребителей обошли больше 100 торговых точек города. Исследовали мясо, соки, алкоголь, птицу и молочные изделия. В результате обнаружили ряд нарушений. Например, в фруктовых йогуртах «Чудо» концентрации жиров не соответствует норме. К тому же на некоторых товарах нет соответствующей маркировки на государственном языке. Нашли и такие продукты, чей срок годности давно истек. По результатам проверок будут сделаны соответствующие выводы и наложены штрафы. Вместе с тем санитарные врачи советуют покупателям внимательнее относиться к продуктам. В случае нарушения обращаться в департамент. Снято с реализации, возвращено поставщикам следующие несоответствующие продукции. Это у нас нектар яблочный. Любимое наименование производства ООО «Сады Придонья», Россия, Волгоградская область. Оливковый майонез «Махеев», производство ЗАО «Рисом Продакшн», Россия, Самарская область. Паштеты из куриной печени нежные. Работники образования Караганды сели за парты, изучают основы религоведения. Ведь тема очень актуальная. В одном классе, как правило, учатся ребята разных вероисповеданий, и педагогам приходится находить общий язык со всеми одинаково. Тему продолжит Николай Кравец. Сегодня среди подростков возникают проблемы, которые связаны с насилием над детьми. У молодежи существуют вопросы религиозного экстремизма и суицидов. Поэтому для учителей провели курсы по основам религиоведения. Поэтому мы решили, что мы должны повышать компетентность
предметную компетентность наших преподавателей, наших религиоведов, наших психологов. С этой целью мы проводим летнюю школу для многих наших коллег. В данном случае сейчас, в данное время у нас в городе, в области идет летняя школа для психологов, для социальных педагогов и для учителей религиоведения. На летнюю школу приглашены 172 учителя области. Лекции, семинары, тренинги проводят преподаватели карагандинских университетов и представители религиозных объединений. Николай Кравец, Эден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Караганду приехали французские казахи. Это игроки футбольной команды «Париз Казах Спорт». На историческую родину их пригласила молочная фабрика «Натиже» на дружественный матч с местной фабричной командой. Перед игрой заграничные гости успели побывать с экскурсиями в Астане и Караганде. Подробности в следующем сюжете. Такой визит в Казахстан для казахской футбольной команды из Франции организовал директор фабрики «Натиже» Ерлан Ашим. Год назад он был в Париже по случаю открытия памятника Мустафе Шокаю и там познакомился с казахской диаспорой. В ней состояли также футболисты. Узнав, что они ни разу не были в Казахстане, Ерлан Ашим решил организовать экскурсию по нашей стране. Вы же знаете, в те годы многим пришлось покинуть Казахстан. Одни бежали в Турцию, другие во Францию. И вот, многих потомков даже ни разу не было на своей родине. Узнав об этом, я тут же пригласил их к нам. Я считаю, что мы должны поддерживать наших граждан. Я хотел, чтобы они увидели, как живут казахстанцы, чтобы они помнили о своей родной стране. Первым делом по прибытии в Караганду для гостей был накрыт дастархан. А после вкусного казахского чая с молоком футболисты отправились на экскурсию по цеху. Им показывали, как производят кефир и другие молочные изделия. Ведь перед игрой нужно изучить соперника, пусть и дружественного. Все футболисты на тяже сотрудники молочной фабрики. Хотя футболисты в Казахстане оказались в первый раз, они немало знают об истории казахского народа и каков их собственный род. К примеру, футболист Зейнер с гордостью говорит, что он найман. Я найман. Вот привезли нашу молодежь, чтобы они знали свою историческую родину. Так как мы впервые здесь, вы можете себе представить, какие у нас ощущения. Нас гостеприимно встретили. Приглашенные гости надеются, что это не последний визит в Казахстан. Степи красивые. Еще вот увидели, как кефир и творог делают. Это было познавательно и очень вкусно. После этого команда фабрики «Натиже» и «Париж Казах Спорт» погоняли мяч и забили пару голов друг другу на память. Путешествие по родине предков продолжится. Следующими городами, которые посетят французские казахи, будут Алматы и Шымкент. Амина Смакова, Айдын Джакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде покажут соломенную шляпку. Театр музыкальной комедии завершает репетиции известной комедии Эжена Лабиша на своей сцене и вскоре представит ее зрителям. Российские режиссеры обещают приятные сюрпризы. Затем, как идет подготовка, наблюдал наш корреспондент. В театре музыкальной комедии Караганды на летние каникулы пока не уходят. Здесь готовятся показать премьеру пикантной комедии «Соломенная шляпка». Даже российских режиссеров и постановщиков пригласили. Людмила Цветкова приехала к нам из Иркутска, чтобы поставить танцевальные номера. Они будут яркими и запоминающимися. Ну, я не скажу, что она будет сильно отличаться. Она просто от основной пьесы отличается. Она более мобильная, более лаконичная и, наверное, взята. Все самое смешное и очень хорошо цепляется друг за друга, без лишней воды, без лишних разговоров. Для любого смешного спектакля шьются необычные костюмы. Вот и в пошивочном цехе театра за короткий промежуток времени должны изготовить около 50 костюмов. Этот наряд баронессы уже почти готов. Придумали довольно забавный наряд. Но окончательно все оценит, конечно, зритель. Многочисленные декорации, которые украсят сцену, тоже удивят каждого. В спектакле занята вся труппа нашего театра, все ведущие актеры. И хочется отметить, что с каждой новой постановки карагандинский зритель уже заметил, что появляются все новые лица. Наши молодые актеры, молодая та смена и талантливая смена, которая уже успела зарекомендовать себя. И мы надеемся, что дебюты некоторых наших молодых актеров также произведут приятное впечатление на карагандинского зрителя. Посмотреть комедию «Соломенная шляпка» можно будет 27 и 28 июня. Постановщики спектакля обещают не разочаровать карагандинцев. Николай Кравец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский.
О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Амаза Волмстер.